Здравствуйте, мои дорогие! Это готовка на скорочке, поскорее, чтобы успеть. Вот у нас все шипит наша картошка полным ходом. Сейчас мы займемся колбасой. Короче, нам надо нарезать колбасу, желательно как можно помельче, чтобы потом засыпать. И очень вкусно все приготовить. А я теперь спокойно беру, очищаю данную колбасу. Надо, естественно, немножко попробовать. Вроде бы ничего так. И каким образом? Сначала делим на две части. Потом каждую часть делим еще на две. И каждую часть делим еще на две. Получаются у нас вот такие вот красивые лапти. И мы эти лапти потом слаживаем вместе. В исходной позиции по 4 штуки и нарезаем мелко, так очень мелко стараемся, чтобы потом в конце было идеально перемешано, очень вкусно и полноценно, энергично наша еда. Резать — это единственное, что я люблю. Это лучше всего у меня получается из всей процедуры. В принципе, остальное делает газ. И вот так вот быстро, незатейливо, я разобрался с одной половиной. И еще чуть-чуть, почти готово. Все, я разобрался со второй половиной. Итого у нас получается вот так вот мелко нарезано. Могу продемонстрировать чуть поближе. Телефон не буду трогать руками, руки жирные, к сожалению. Поэтому до скорой встречи. Пока-пока, в третьей части уже будем смешивать наши блюда.